Компания Good Trade поднимается на эту сцену. Привет, пошел. Всем привет, я Руслан. Наверняка здесь есть те, кто продавал автомобили. Хочу задать вопрос. Наверное, вы согласитесь, что продавать автомобиль через официального дилера для комфортнее, безопаснее, но невыгодно. Потому что дилер что-то зарабатывает и хочет лишить вас каких-то денег. Согласны с этим? Так вот, наш сервис позволяет продать или обменять автомобиль официальных дилеров выгоднее, что благодаря чему вы не потеряете деньги и получите комфорт и безопасность. Мы решаем две основные проблемы. Это когда человек хочет поменять подержанный автомобиль на подержанный, он сталкивается с такими проблемами, что дилеры с разницей до 20% оценивают его автомобиль. И чтобы найти выгодное решение, ему приходится там сделать кучу телефонных звонков или поездок. Вот. В связи с этим люди идут на сайты, интернет и пытаются продать автомобиль самостоятельно, что достаточно хлопотно и небезопасно. Когда человек покупает новый автомобиль, тут мы тоже даем выгоду. Соответственно, если человек хочет купить новый автомобиль BMW, есть там около 10 компаний разных, которые продают одну и ту же марку, и у них есть разные условия, скидки, автомобили в наличии или нет. Вот, так чтобы не потерять эти, то есть разница, опять же, может составлять до 20% на тот автомобиль, который человек хочет купить. Если он хочет продать свой автомобиль по трейдингу дилеру, на этом он тоже может потерять до 20%. Соответственно, наш сервис экономит эти деньги и позволяет при обмене на подержанный автомобиль сэкономить до 20%, при обмене на новый до 40%. Мы приводим клиентов официальным дилерам, они нам платят комиссию от сделки или за лимит. Наш сервис, если сравнивать его с другими решениями, не буду вдаваться в подробности, это как быстро и выгодно, скажем так. Вот. У нас достаточно широкая аудитория, это автовладельцы, но которые хотят определенный комфорт и быстро сменить свой автомобиль. В основном это мужчины, ну и женщины тоже являются нашими клиентами. Мы планируем работать во всех городах, миллионниках России и тех городах, которые находятся рядом с ними. Наш сервис очень прост. В несколько кликов человек оставляет заявку, она поступает разным дилерам, мы ее собираем, мы собираем их предложения, присылаем единый список клиенту, и он делает выбор в пользу лучшего решения. У нас очень жирный рынок, он около 6 миллиардов, достижимую долю мы видим около 300 миллионов долларов в год, такой оборот. Это около 370 тысяч сделок, что при автоматизации нашего сервиса вполне достижимо. Уже есть конкуренты у нас, которые в последнее время привлекали инвестиции. Это CarPrice, Autospot, Amru. Но у нас есть свои ключевые преимущества перед этими компаниями. У нас небольшая, но сплоченная команда, которая обладает всеми необходимыми компетенциями для развития. Это опыт в интернет-маркетинге, финансах и большой опыт на авторынке и знания всех необходимых трендов и потребностей дилеров, это тех, собственно, платящих наших клиентов. Спасибо за внимание. Спасибо. Сам был слайд 20 и 40% это чего? 20%, когда человек просто хочет подержанный автомобиль на подержанный поменять. Это сэкономит 20%. Ну, не сэкономит, он разница может составлять при обмене, да, есть там разные дилеры. Вот дельта 20%. То есть человек, чтобы не потерять эти деньги, он должен мониторить, ездить, звонить. Да, если он обращается к нам, он автоматически вот находит лучшее решение без цены. Вы за него это делаете? Мы за него это делаем, конечно. Мы в этом сервисе заключается. Мы находим лучшее предложение от официального дилера.
я не услышал, сколько же вы планируете зарабатывать. Я услышал, сколько рынок ваш, и что он жирный, а сколько... А там было указано, достижимая доля 5%, это 300 миллионов долларов, вот такой оборот мы... Ну, вы стремитесь, но, насколько я понимаю, вы привязаны к одной сделке, правильно? То есть ваши деньги, это скажем... Да, наши деньги, средний чек нашей сделки, это там, 10 тысяч рублей. А что вы за эти выходные достигли, что изменилось? За эти выходные мы уточнили по трекшн-карте сегменты нашей аудитории, разбили их на, ну, у нас их было, скажем так, 3, мы их, из них сделали 10, более уточнили, соответственно, продумали там несколько сценариев интервью для наших клиентов по кассовому девелопменту. Вот. И, в принципе, пообщались с экспертами, выслушали их рекомендации и сделали выводы. Ну и продали несколько автомобилей за выходные. Спасибо.